10 сентября на территории Курганского ипподрома пройдет международный чемпионат наездников «Россия-Финляндия». За победу поборются 8 участников. На лошадях 4-летнего возраста и старше они преодолеют дистанцию в 1600 метров. В этот же день на ипподроме пройдут заезды на традиционные призы для орловских рысаков и лошадей рысистых пород, соревнования по конкуру, конкурсы и другая насыщенная программа. Начнется праздник в 11:30.